Садика продакшн студио. Где может разбиться, как стекло? Понимаете, да? Кто же не знает? Кто же не знает? И поете. День! Видите, я первую ноту спел громко, и я уже автоматически отвожу. Уже на рефлексе у меня. Потому что громко. День! Так, нормально. А если бы я вот тут заорал, тогда бы разорвалось все нафиг. 3, 4. День! Нет. Вы услышали ноту, значит, должны воспроизводить так, как услышали. День! День! Давайте. День! День! Поехали смелее. День может разбиться, как стекло. Только давайте, ритмика правильная должна быть. День может разбиться, как стекло. Еще раз, только как стекло, не торопите петь. День может разбиться, как стекло. День может разбиться, как стекло. Не надо торопиться. Я же говорю, вы как стекло быстрее поете. Зачем вы торопитесь? День может разбиться, как стекло. Как стекло чуть позже можно спеть, а вы раньше поете. Так не бывает. Будут другие жизни дни. Давайте начнем. Давайте, знаете, да, высокая нота пошла уже, да? Другие в жизни дни. Поехали. Нет, это помощнее взять, типа поточнее. Неудобно, я понимаю, но ее нужно научиться брать. Будут другие. Давайте. Будут другие в жизни дни. 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 Точнее, поехали. Будут другие в жизни дни. Тоже не знает. Но что бы все время не везло. Но что бы все время не везло. Так не бывает. Так не бывает. Было бы. Это же нужно точно. Было. Спойте. Было. Ну, конечно, поехали.